Конечно, я даю слово, это моя цель, моей жизни, доказать свою правоту в суде. Я хочу, чтобы был открытый публичный суд, и я докажу свою невиновность, это 100%. Просто я знаю больше, чем знают вот эти товарищи, которые живут в основном на популяризации, которые пришли там новые руководители и думают, как заработать себе новые медали и погоны, и придумывают вот эти громкие дела. Я уверен на 100%, что я докажу свою невиновность.